Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трешечок на китайке, как всегда, мега-имба акции. Ну не эти, конечно же, не донатные. В принципе, донатные тоже неплохие по сравнению с русским сервером. Посмотрите, что здесь дают. Просто, как по мне, ой. Но это все фигня. Самое основное, сейчас я вам покажу, это опять же новый вид роллинга, который был уже тут прошлую неделю. Странно, почему-то его не запустили на других серверах. Я не знаю, с чем это связано. В принципе, на английском сервере, за русский я вообще молчу, но на английском сервере, как всегда, на второй день запускают, ну, после китайки, скажем так, на русском и на английском. Ну, на русском бывает, не запускают вообще ни хрена, а вот на английском запускают, ну, как-то странно, не запустили его. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас. Итак, акции добавили. Сейчас посмотрим, что это такое. Не знаю, еще не смотрел. Может новое, может старенькое. И пойдем паролем. И так, это понятно, это надо подниматься акция. Это и пойдем апнем, ребят, просто тупо апнем 800к. Я думал там делать отдельный видос. Тудым-сюдым, думаю, да чего? Что там? Сколько то есть силушки. В общем, ребят, вот такой вот роллинг, он идет 22 часа. Я думал, он будет на английском, но, к сожалению, нет, на русском тоже нет, на китайке. Вот такой вот книжечка такая, ну это реально очень мега крутая книжечка. Сейчас увидите, почему. Я надеюсь, что оно так. Тут должны быть лучше шансы на выпадение героев, хотя это все, я как по мне, полный бред. Let's go. Бум. Ничего себе. Сразу смотрите, сколько слизней упало. Один. Все, ребят, это, блядь, пиздец, ну его нахуй. Вот это такой роллинг должен быть везде. Ну что я могу вам сказать? Вот так вот сразу же там третья тычка по 1500, не по 150, ребят. Топы ролят по 1500, надо всегда добавлять один нолик. Вот они это сделали. Следующий роллинг, ну, посмотрите на это. Будет по 15к, я так думаю, в следующем году. Стрелок, блин, да ладно, это просто, ребят, это реальность. Посмотрите на этот, ну, Ределео. Тыква. Так можно увлечься и остаться без самов. Дед Мороз. То есть стабильно падает либо фиолетовый слизняк, либо этот. Сори, ребят, там просто нет эмоций, но вы это сами все видите. Это просто мега-мега, ребят, трэш. Просто аут какой-то. Ну, давайте паролем еще. Мне просто вот интересно посмотреть. Череп. То есть вы стабильно получаете какой-то. Не буду говорить кого. Нифига себе. ПБшка. Я думаю, эта акция топово зайдет под коллекционера, которого на русском сервере так и нет. Фрейм! Фух. Ну что, ребят, можете пожать, прожать лайки руками, ногами. Как видите, все-таки в этой акции падает топово. Кенди, Дрейк. Сколько я там, где-то 50к самов, Афина проролил. И вы видели, сколько я всего вы... Что там, ребят, как оно? Я тоже чуть, ребят, чуть не кончил от этого роллинга. Просто
Нет слов, китайцы просто красавчики, просто красавчики. Let's go, давайте еще, еще немножко. Рыцарь. Ведьма Асура, ну, ребятушки, это, конечно, жесть, если ворожай. В общем, вот так вот, капитан Дрейк. Давайте еще два Тесса и бум, гарпия. Ну ладно, еще разок. Короче, это полный трэш, полный аут. Пишите в комментах, что вы по поводу этого думаете. Ну, я думаю, тут no comments, просто тупо лепите лайки и плюсуете, репостите, не знаю, что хотите, то и делайте, но такое должно быть на всех серверах для без доната. 50, там 60 косамов, и такие герои просто тупо валятся. Ну, я считаю, это огонь, ребят. Такое должно быть везде. Ну, идем на наш нуба аккаунт, на нашу основу новую. Многие пишут там, ты типа забросил. Ребят, русский сервер я не забросил. Я там качаю новый аккаунт, ссылочка и плейлист есть на моем канале. Бездонатный аккаунт, донатный аккаунт тоже есть. Я тоже там играю. Так. Ничего себе. Вот это да. 5 сундуков, 8к. Ну, неплохо. Иисус, смотрите, опять продают. Надо брать. Ну, блин, ну красавчики. Реально красавчики. Скины. Ну, скины, конечно, у них дороговато. 300. Офигеть. Ребят, ну 5к потратить на 300 сумок, я думаю, для без доната есть смысл. Реально. Офигеть. Ну, от камни, кстати, не падают. Камни они, в принципе, не особо там и нужны. Жесть. Я, конечно, еще не отошел от роллинга. Так, окей, это заберем, потом доберу. Ну что, ребятушки, 799 990 800к этот момент, когда ты переходишь в следующих 100к. Вот как вы проходите, просто добираетесь до 100к, так и у меня где-то плюс-минус идет. Ой, Фрея, ну тут ладно, закрыли, это была админ панель, ребят. Случайно нажал. Кстати, хотите увидеть этот роллинг, плюсуйте, я вам сделаю этот роллинг. Мега роллинг, потому что здесь уже падает Розалинда, 10 осколков, как и Огника, но она падает. Так, окей, поехали, заберем, что тут нам пришло. Это дичь. Вот это вот рынок, я считаю, вообще отличный рынок. Правда, не равняется с китайским, вот эта акция, которую я показал. Ну вот посмотрите, 500к кулаков за 20 некрос. Что еще надо? Ну что тебе еще надо? Розалинда продается уже давным-давно. Можно ее собрать. У меня уже их там до хрена. 3. 20 баксов, ребят. За 100 баксов? 100. Это умножьте на 5. Вы полтора огника собираете и ледяху. И кучу еще этих в прибавку. Плюс еще в акции можете поиграть. Ну что я могу вам сказать? Вот он. Топовый сервер. Так. Так, фортуна забираем. В общем, вот как-то так, такой вот трешачок. Ну, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. Так, что тут есть? Так, Roman Gifts. Ну, в общем, здесь ничего такого интересного нет. Ну что, ребятушки, поехали, делайте эту циферку. На 10 у меня там нечего даже такого интересного поднять сейчас. Ничего страшного, все равно буду дальше качать. У меня тут все-таки, если мы так нажмем, плюс 11, бум! Можете меня поздравить, ребятушки, 800, ребят, 801 силы. На русском сервере там у меня просто смешно, там 570, а тут, блин, твинг 800. Ну, что я могу сказать, вот так вот. За 5 месяцев мы сделали здесь больше, чем мы сделали там за пару лет на русском сервере. Круче прокачаны, куча всего, куча плюшек,
Просто мега трэш, ордена, кулаки, 25 лямов. Ну, русский сервер просто отдыхает. Скины, все, что хочешь, все прокачано на максималку. Руны, коробки, таланты, как видите, по 100 талантов скоро будет. Ну, в общем, вот как-то так. Единственное, наверное, чего здесь меньше, это героя. Смотрители прокачаны, вот там и на следующую прокачку, если введут. Героев, скорее всего, вот здесь мало. Вот сейчас посмотрим, что у нас тут. Два огника, пять ледяк, да? Ну, ресурсы дальше, руны, это все. 14 тысяч, 14 тысяч, куча эмблем. Ради интереса просто зайдем сейчас, если у меня там аккаунт на русском есть. Просто покажу вам печальку на русском сервере. Единственный плюс — это количество героев. Остальное все полный трэш. Так, тут у нас Сардеря. В общем, вот как-то так. Не знаю, что вам сказать, но реально ролик просто обалденнейший. Мне очень он понравился. Думаю, вам тоже надо будет его вам открыть, чтобы вы спокойно спали. Так, ну просто вам так зайду сразу в алтарь. Говорю, в алтарь. Ну, сравните просто, тут 2 года игры, да, и там 5 месяцев. Доната здесь больше в разы, чем там. Ну, посмотрите на это. 36 коробок, таланты, no comments, камни, no comments. Герои зато побольше, 280, там есть и осколков здесь куча. Вот это единственное, что 60 фрей, тоже 5 этих. Ну, короче, такое вот, ребят. Пишите комменты, подписывайтесь, лепите. Называется вам, блин, показал, да? Сейчас такие все будут поканы, ты нифига не показал, ребят, сори, показываю, вырезать не буду. В общем, вот так вот все. Печально, печально, скинул мало, коробок мало, того мало, этого мало, не хватает. Короче, печаль, коробок 36. Талантов, видите? Камешки тоже, но вот героев там некоторых 600, это обычные герои там с роллингов. 71 Анубис, 160 Рай, ну можно еще вот лазулик, этих ледяных лазуликов одинаково. Все остальное полная печаль, полная печаль. Как и эмблемки, так и все такое. В общем, ребятушки, как-то вот так вот. Вот как-то так. Пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно лепим лайки со всего, что можно. Всем удачи, всем пока.